руку. Держи руку. Держи руку. Руку. Не могу достать. Тянись. Сьюзан. Сьюзан. Сьюзан, где ты? Сьюзан. 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 Господи. Сэр, это требует вашего внимания. Надо сообщить директору. Воспользуйтесь спецканалом, иначе до нее не добраться. Ей это не понравится. Знаю, она не видела мужа несколько месяцев, но это срочно. Что ей сказать? Скажите, что в море была извлечена аварийная капсула, что поступил сигнал СОС. СОС? То есть с неба упало что-то управляемое? Но ничего управляемого на орбите не было. Вы правы. Не было. Ваш телевизор исправен. Не пытайтесь настраивать каналы. Все передачи под нашим контролем. Мы управляем горизонтальной и вертикальной разверткой. Мы можем передать вам 1000 каналов и очистить всего один кадр до полной прозрачности, а потом заглянуть внутрь него. Мы способны заставить вас видеть все, что родится в нашем воображении. В течение следующего часа мы будем контролировать все, что вы увидите и услышите. Вам предстоит испытать трепет и познать тайну, которая, родившись в глубинах нашего разума, стремится за грань возможного. За гранью возможного.
Нас разделяет целый мир. Наша технология, средства общения друг с другом становятся все более совершенными. Но помогут ли эти средства проложить мост через разделяющую нас пропасть? Либо эта пропасть станет еще шире и глубже? В ролях Боня Беделья, Роберт Ито, Чет Уиллет и другие. Мои студенты наконец-то заинтересовались моллюсками. Теперь это для них не только вкусная еда. Чем же моллюск так заинтересовал студентов? Размером пениса. Ну, конечно. И что их так возбудило? То, что половой орган моллюска составляет половину всего его тела. И, конечно, возникла дискуссия. Тема стала важной. Да, важно, и они увлеклись. Да, какой-то моллюск и такие размеры. Напиши статью на эту тему. Напишу. Только у тебя не найдется времени ее прочитать. Перестань, это нечестно. Ты прекрасно знаешь, с тех пор, как меня назначили директором, я живу в состоянии стресса. Да, дорогая, мы с тобой тоже живем в состоянии стресса. Кстати, о статье. Трибьюн сегодня процитировала сенатора О'Рейли. Он, как всегда, поливает грязью наше агентство, его руководство, неумелое распоряжение финансами и так далее. Его жирные рожи не сходят со страниц газет, и все это за мой счет. Я сделала то, я сделала это. Извини, что я об этом заговорила. О'Рейли ведет наступление, потому что его рейтинг катастрофически упал. Если Америку выведут из программы, это ему не поможет. По крайней мере, будет мелькать в новостях. В Европе обеспокоены. Французы уже говорят о том, что программа идет не туда, что база на Луне не нужна, что ее разместили там по ошибке. Иногда мне их всех хочется просто убить. Автор сценария Крис Дики. Мне тоже. Агентство легко на помине. Я же им сказала только в экстренных случаях. Очень жаль. Мне тоже. Режиссер Брэд Тернер. Большое спасибо. Дорогие друзья, жаль, что вас нет рядом. Как об этом узнала пресса? Так же, как и мы. Сигнал пришел не по каналу секретной связи. Его послали через морской датчик. Морской датчик? Устройство связи стандартное для автономных капсул. Но эту серию перестали выпускать 20 лет назад, когда исчезла капсула 4. Вы правы, доктор. Такие датчики могли остаться только у кого-то, кто застрял в открытом космосе. Нам известно, кто послал сигнал? Лейтенант Кристофер Линди. Крис Линди. Господи, неужели это возможно? Доктор Тилман, вам лучше пойти со мной, уже поздно. По соображениям безопасности вам лучше покинуть территорию комплекса. Мы подготовили комнату. В этом есть необходимость? Идет спасательная операция, ближайшие часы будут очень напряженными. Прошу вас. Большое спасибо. Надо выяснить, чем он занимался последние 20 лет. Сейчас выясним. Пока наша задача зафиксировать сигнал. А в чем дело? Проблема с приемом. Возможно, передатчик изношен или поврежден, но сигнал поступает либо отовсюду, либо ниоткуда. Надо определить координаты. А вот и еще одна проблема. Молодцы, продолжайте. Сенатор О'Рейли. Госпожа директор, я был поблизости и решил заглянуть. Милости просим. Очень рада, что вы своими глазами увидите, как работают талантливые люди. Наши налоги в действии. Это разумно вложенные средства. Если они окупятся. Окупятся. Ваши находки трудно извлечь на свет Божий. Это временно. Надеюсь.
Я привез с собой военных. Все наши военные ресурсы привлечены к спасательным работам. Но это вовсе не военная операция, сенатор. Пока мы оплачиваем эту работу, так что и решать нам. Я не хочу подвергать опасности жизнь лейтенанта. Если особого риска нет, почему его не можем спасти мы? Мы его засекли. Молодцы. Мы сейчас же посылаем туда спасателей. Боюсь, сенатор, все не так просто. Почему? Источник сигнала необычен. Чем именно? Сигнал идет не с земли. Тогда откуда же? J-556, ближний космос, над поверхностью Луны. Этот снимок был сделан почти 25 лет назад орбитальным телескопом. Это была часть долгосрочной картографической программы. Впрочем, тут нет ничего необычного. А этот снимок сделали спустя 5 лет. Это было сделано во время облета территории. Насколько помню, во время дежурного полета. Хорошее было дежурство. Телескоп, которым делались эти снимки, нам прислали для ремонта. С этим объектом пытались установить радиосвязь, но безуспешно. Из центра этой вспышки шли сигналы СОС. А этот снимок сделали несколько часов назад. Это спираль. Именно. Спираль в ближнем космосе. Почему мы не видели ее раньше? Она относительно невелика, находится в зоне, где мы почти не работаем. Если бы не сигнал Линди, мы бы о ней не узнали. И, видимо, эта спираль открывается и закрывается как дверь. Как дверь? Дверь куда? Дверь между двумя плоскостями, такими как время, пространство, жилая комната по соседству, Земля и Луна. Пока дверь открыта, дальний космос становится ближним, но проход из одного в другой создает провал во времени. Это объясняет, почему эту спираль мы не обнаружили раньше. Живые существа в космосе? Ваши представления о космическом времени здесь не годятся. Очень может быть, что 20 лет для нас — 20 минут в жизни лейтенанта Линди. Он может быть в 1000 световых лет отсюда. Это так далеко. Надо попробовать его найти. Но как? Можно послать сигнал прямо в центр спирали. Если Линди смог послать сигнал, возможно, ему удастся и принять его. Мы активируем старый морской датчик, возможно, сумеем установить связь. И что тогда? Скажем, что летим его спасать. Вы шутите? Наша обязанность не только отправлять людей в космос, но и доставлять их обратно. Мне это известно. Сколько эта дверь может быть открыта? Этого я и боюсь.
Cast mostly sunny skies today with brisk easterly winds. Expect a high near 52 degrees. Clear tonight with a low near 40. Всего 6 часов. What's the matter? Куда в такую рань? Плохой сон приснился. Пойду прогуляюсь. Тебя беспокоит Линия. Кроме тебя некому этим заняться? Некому. За это отвечаю я. Это моя работа. Не принимай все так близко к сердцу. Си. Знаете, Джордж, почему женщины боятся идти за вас замуж? Потому что с утра у вас слишком бравый вид. Разве уже утро? Именно. А вы не заметили? Нет. Новости есть? Он на связи, жив и здоров. Связь плоховата, но говорить с ним можно. Когда наладили связь? 20 минут назад. Я собирался за вами. Я думал о ваших словах. Как его вернуть? Не нужно думать, мы его вернем. Вы возражаете? Мы не знаем, как поведет себя дверь, когда будем через нее проходить. Она может закрыться в любую секунду. По моему мнению, спасательная операция ничем не подкреплена. Ваше мнение принимается во внимание, профессор, но решать буду я. Он спрашивал о вас. Что вы ему сказали? Ничего. Он ведь не знает, что у нас прошло 20 лет. Двадцать лет. Крис. 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 Это Нэнси. Крис, ты меня слышишь? Да. Я здесь. Только не знаю, где. Как приятно снова слышать твой голос, Нэнси. Я скучаю по тебе. Я по тебе тоже. Я от вас слышу только то, что спасение невозможно. Вчера утром я думал, что невозможно послать человека за пределы Солнечной системы. Сенатор, мы анализируем все варианты. А мир анализирует вас, полковник. На Земле нет ни одного человека, который не пытается настроиться на волну Линди. Речь идет не о том, чтобы вытащить его из Тихого океана. Нам нужно время. У вас нет времени. Его последнюю передачу вы слышали. Он испуган. Он в полном одиночестве. Я не позволю, чтобы герой американского народа слопала какая-то медуза. Он не сказал, что это медуза, сэр. Он сказал, похоже на медузу. Вы бы хотели, чтобы такая прелесть плавала вокруг вас? Хватит, сенатор. Мы хотим вернуть его не меньше, чем вы. Нэнси, технически проведение такой операции недопустимо. Рэймонд, я знаю. Но мы должны действовать. Предлагайте варианты. Немедленно. Ну что ж, возможно, помощь с Луны. Хотите послать на помощь бригаду геологов? Хорошее решение. Нет, у французов там легионеры проходят курс подготовки. У них есть корабль-челнок. Мы ведь им как-то помогаем, сенатор?
к нашему огромному сожалению. Там будет меньше проблем со связью. Возможно, они тоже получили сигнал. Надеюсь, французская сторона согласится. На то, чтобы подписать все бумаги, уйдет несколько часов. Простите, сенатор, нужно торопиться. Времени у нас в обрез. Спираль может закрыться. Нам нельзя терять время. Надо подготовить все снаряжение. Операция должна закончиться успешно. Контакт с Луной я поручаю Джорджу Кортни. У этого челнока прекрасная конструкция, но он не предназначен для посадки в открытом море. Это известно даже мне. Он должен садиться на любую поверхность суши. Если Линди доберется до суши, они подберут его там. Если его по дороге не съедят. Тем более мы не знаем, как общаться с этой штукой, которая сопровождает плод. Полная неизвестность. Что-то интересное? Нет. Все те же старые новости. Мне нужна твоя помощь. В своей области ты самый лучший, а нам нужен лучший. Конечно, я помогу. Это за что? Я люблю тебя. Помоги нам вернуть его. Кажется, пора познакомиться с соседями. С Луны стартует через час. Мы должны быть полностью готовы. Командование челноком полностью передано нам. Французское правительство только что это подтвердило. Добро пожаловать в джунгли, профессор. Спасибо. В библиографии для моей диссертации есть ваши работы по биологии. Я вам сочувствую. Читать вас предстоит и Линде. Мы послали ему через датчик целую библиотеку на эту тему. Времени у него хоть отбавляй. И все за счет фермы. Расскажите мне об этом существе. Пусть он расскажет сам. Лейтенант. Доктор Тилман? Слава Богу. Нэнси сказала мне, что вы лучшие в своей области. Очень мило с ее стороны. Лейтенант, вы описали это существо как медузу. Нельзя ли поподробнее? Пожалуйста. Оно похоже на гигантский просвечивающий зонтик в форме медузы. Да, щупальца выходят из-под низа. Они длинные. Примерно 10 человеческих ростов. Дайте нам минутку, лейтенант. Если судить по размеру, эти щупальца не предназначены нападать на такую малость, как человек. Они для чего-то большего. Плод? Именно. Это существо не охотится на такую мелочь, как один человек. Оно ждет добычи крупнее. Ты серьезно? Не вижу других вариантов. Ты предлагаешь, чтобы Линди бросил плод? Я думаю об этом. Грег, неужели ты пошлешь его в черную пучину, где скрывается это существо? Если он не покинет плод, он умрет задолго до того, как твои спасатели подберут его на берегу. Он даже не знает, близко ли берег. Он не знает, а это существо может знать. Да. Сквозь такую штуку не проплывешь. Гарантии нет. Но другие варианты еще хуже. С моими запасами я долго не протяну, мне нужна помощь. Мы вам поможем. Хотите меня забрать? Корабль-спасатель уже в пути. Вам надо добраться до суши. Легче сказать, чем сделать.
Попробую выиграть время. Пока все нормально, он на связи. Это длится целую вечность. Челнок выходит с нами на связь. Боюсь, что-то не так. Кто старший? Ляфляр. Хороший пилот? Да, крепкий орешек. Полагается только на себя. Связь хорошая? Да. Соединяйте. Командир Лефляр, с вами будет говорить директор госпожа Макдональд. Добрый день, командир. Вы не потеряли связь с лейтенантом Линди? Связь очень слабая. Не знаю, станет ли лучше. У меня вышли из строя некоторые приборы. Система навигации не работает. Корабль болтает, будто нас затягивает в воронку. Наверное, что-то неладно с гравитацией. Вы далеко от цели? В нескольких минутах. Одна минута, мадам. Боюсь, дверь вот-вот закроется. Их нужно отозвать. Но они почти там. Нет никакой гарантии, что они туда долетят. Но связь с Линди есть. Полушарие меняет форму, оно превращается во что-то другое. Они просто могут не найти цель. Мы ничего не будем отменять. Но на этом челноке 12 человек. Они знали, какому риску себя подвергают. Линди тоже это знал, когда соглашался лететь в космос. За это нужно платить, но никто не думал, что платить придется 20 лет.
Командир, вы можете оставаться на месте? Это трудно, но мы пытаемся. Ждите распоряжений. Чего мы ждем? Мы уже были готовы его забрать. Ставка слишком велика, сенатор. Вы правы. Мы наконец-то послали человечество к звездам. Подумайте, что увидел Линди, что испытал. Если операция окажется удачной, мир поддержит ваши усилия по освоению космоса. Вы ведь за это бьетесь. Я даже сам вас поддержу. Но если сейчас, когда цель уже достижима, вы сделаете шаг назад, не предприняв попытку, можете не бояться, я вас топить не буду. За меня это сделает общественное мнение. Свяжитесь с Лефлером. Пусть держится как можно ближе, но так, чтобы его не затянуло. И чтобы был готов действовать в любую секунду. Это невозможно. Из этого ничего не получится. Ваше мнение будет учтено, профессор. Я приму его к сведению. Люди не умеют наслаждаться природой. Не понимают, какая в ней скрыта терапевтическая ценность. Мне нужно изучить этот вопрос. Бог свидетель, это интереснее, чем измерять длину тела моллюсков. Люди имеют право на жизнь. Те, кто на борту челнока. Я решила, что надо узнать о них поподробнее. Ведь я их посылаю туда, откуда они могут не вернуться. Кто они? Дети. Мальчишки и девчонки. Все немыслимо молоды. Как и Крис, когда он улетал. С полной готовностью оставить позади надоевший мир. Оставить меня. Ему это удалось? Не знаю, может и нет. Прошло столько времени. А если бы удалось повернуть время вспять? Помню, как он стоял на берегу и кричал на прощание. Он оставлял меня ради звезд. Он совершенно не переживал. Из-за этого я страдаю больше всего. Я пыталась его понять. Но когда посмотрела ему в глаза, его уже не было. Он уже оставил меня далеко позади. Уверен, на самом деле ему было трудно пойти на такую жертву. Это так опьяняет. Тебе предстоит раздвинуть границы непознанного, полететь к новым мирам. Это глубоко сидит в каждом из нас. Жажда прикоснуться к деяниям Господа. Ты ему завидуешь? Он был там, где мы не будем никогда. Видел то, что мы даже не можем себе представить. Каждый день я прихожу к себе в лабораторию, и иногда, если повезет, вижу отблеск иных миров. Похоже, между вами гораздо больше общего, чем мне казалось. Может быть. Но есть одно отличие. Я не променял бы тебя ни на что.
Мы больше не можем оставаться на месте. Полковник, уже поздно. Куда она подевалась? Я здесь, сенатор. Я слежу за нашим графиком. Тогда давайте команду, пока есть время. Линди говорит, что все хорошо. Он добрался до суши, дверь вот-вот закроется. Но я уверен, пока еще можно рискнуть. Надо действовать. Время вот-вот выйдет. Слышите? Командир, у вас есть координаты лейтенанта Линди? Приблизительно. Мы садимся? Да или нет? Да. Нет, игра не стоит свеч. Одна группа погибла, рисковать другой не стоит. Ради одного человека нет. Я остаюсь здесь. Минутку, лейтенант. Мы не должны его слушать. Он сам не понимает, что говорит. Понимает. И он прав. Внимание, операция отменяется. Вы отходите. Командир? Да. Будьте внимательны. Не знаю, когда вам теперь удастся заправиться. Не волнуйтесь, госпожа директор, мы доберемся до цели. Спасибо, командир. Конец связи. Что вы ему скажете? Правду? Двадцать лет. Боже. Двадцать лет. Как они прошли, Нэнси? Как прошло все это время? Если бы я знала ответ. Все дело в вере. Меня послали туда, куда я всегда хотел попасть. Это была награда. Мне очень повезло. Но я все время тянулся к тебе. Через все галактики я тянулся к тебе. Сквозь пространство и время. Так хотелось прикоснуться к тебе. Но сейчас нам надо прощаться по-настоящему. У меня осталось что-то очень важное, что придавало мне сил. Расстояние между нами столь огромное и столь ничтожное. Их так легко сократить не с помощью наших деяний, а с помощью наших чувств. Won't you tell him please to put on.
some speed.